А в Павлодаре полицейские задержали водителя, который сбил ребенка, а затем скрылся с места происшествия. Об этой истории мы говорили вчера. Поиски этого человека заняли 3 суток. Предполагалось, что наезд был совершен BMW черного цвета. Затем остановились на весе, что все-таки это был автомобиль BMW темно-синего цвета. Проверялись владельцы и в ходе проведенных мероприятий установили данного водителя. Повреждения на автомашине есть. Он не успел ее отремонтировать? Нет, нет. 12-летний Артур Шафика вечером 26 октября переходил дорогу на светофоре, когда его сбил автомобиль. Ударом его отбросило под другую машину. Водитель сразу скрылся. Ранее мама обращалась к нему, чтобы он явился с повинной. В итоге его нашли полицейские. 27-летний мужчина сейчас в изоляторе. Но семья пострадавшего ребенка опасается, что он может отделаться штрафом. Это минимальное наказание 345 статьи, по которой ведется досудебное дело. Максимальный арест до 40 суток. Возможно, в ходе расследования за побег с места происшествия водителю предъявят еще одну статью, и тогда ему грозит 2 года лишения свободы.